Всем привет и здравствуйте! Друзья, я готовлю курицу, но по этому рецепту вы можете приготовить любое мясо. Прежде хочу показать вам набор посуды, который я купила для духовки. Ну, не только для духовки. Эти блюда можно использовать и в микроволновке, их можно мыть в посудомоечной машинке. Очень удобно. Их три. Вот это самая большая форма. Есть еще поменьше и совсем маленькая. Не помню, возможно, я вам показывала, но покажу еще раз для тех, кто не видел. Очень удобно то, что есть вот такая крышка. То есть я сейчас замариную мясо, накрою крышкой, поставлю в холодильник. Потом просто сниму крышку и запеку это мясо прямо сразу в форме. Когда оно остынет, можно закрыть остатки крышкой опять и поставить в холодильник. Это не реклама, я вам просто показываю то, чем я пользуюсь. Купила я эту посуду либо в Lidl, либо в Aldi. Если у вас есть такие магазины, девочки, обратите внимание, очень удобно. Итак, как я уже сказала, я буду готовить куриные бедрышки. Я их помыла и дала стечь лишней жидкости. Прямо здесь же в миске приготовлю маринад. Свой рецепт, как всегда, оставлю вам под видео, но я делаю все очень просто. Я беру все продукты в равных количествах. Это соевый соус. У меня домашний яблочный уксус, но вы можете взять любой белый уксус или винный уксус, или взять лимонный сок, то, что у вас есть. Я беру вот такой соус бальзамик или бальзамик. Как видите, беру всего по одной столовой ложке. И беру вот такой сладкий соус чили. Просто потому, что он у меня есть. Вообще, там можете взять даже кетчуп. Я, кстати, возьму 2 столовые ложки. Мы его очень любим. Сюда же добавляю оливковое масло. Ну, можете взять просто обыкновенное растительное масло. Самый главный ингредиент – это растворимый кофе. Его я тоже возьму столовую ложечку, такую, не полную, без горки. Упс, там много. Кстати, этот кофе у нас для именно вот таких целей. Я его использую в масках для лица, для волос, для приготовления еды. В общем, вот и все. Теперь все это нужно тщательно перемешать. Еще положу пол ложечки острого перца. Хорошенечко размешиваем. У меня соевый соус легкий. В нем меньшее содержание соли, поэтому я еще, возможно, подсолю. Сейчас попробую на соль. Нет, не буду. Нормально. Ну, попробуйте на соль, на перец и добавляйте специи по своему вкусу. Вот и все. Теперь выкладываю сюда куриные бедрышки. Хорошенечко обваляю их в маринаде. Накрою крышкой и оставлю бедрышки мариновать как минимум на 2 часа, как максимум на сколько хотите. Можете замариновать мясо вечером, готовить его утром. Или наоборот, замариновать утром и готовить вечером. Я оставлю бедрышки мариноваться примерно на пару часов. До тех пор, пока не придет время готовить ужин. Встречаемся позже. И еще советую вам периодически переворачивать мясо, чтобы оно лучше замариновалось. Вот и все, друзья, я перевернула курицу пару раз, и сейчас ее можно запекать. Я уже разогрела духовку до 200 градусов, поставлю туда курицу минут на 20-25 до готовности. Также можете обжарить курочку на сковородке. Понятно, что пластиковая крышка для духовки не подходит, поэтому накрываю форму фольгой. Далеко не уходите. Ну вот, друзья, все готово. Запекалась она у меня чуть дольше, но это просто у меня такая духовка. Периодически я поливала курочку выделившимся соком. И примерно на половине пути, где-то через 15 минут от начала готовки, я сняла фольгу, чтобы курочка немножко подрумянилась. Очень вкусно,
подавать эту курицу либо с картофельным пюре, либо с рисом. Но это не принципиально. Можете использовать любую крупу. Всем пока, всем приятного аппетита!